В Чернобыле сейчас каждые 2 минуты измеряют уровень радиации. Все из-за масштабного пожара в зоне отчуждения. Огонь вспыхнул вчера. Загорелась сухая трава в месте, где прокладывали железную дорогу. Для тушения немедленно подняли авиацию. Это видео как раз снято из вертолета спасателей. Распространение огня уже удалось остановить. На данный момент горит около 8 гектаров леса. При этом радиационный фон в норме, уверяют пожарные. И ситуация под контролем. Так что причин для паники нет, говорят спасатели.